фильм о движении «Русское национальное единство». За годы существования РНЕ официальные средства массовой информации создали множество небылиц и мифов о нашем движении. В этом фильме вы увидите подлинные кадры кинохроники и материалы, рассказывающие об истории РНЕ, а также из первоисточника узнаете о деятельности, целях и задачах движения «Русское национальное единство». Создание любого национального движения – это политическое объединение нации и отстаивание своих экономических, социальных и государственных интересов. Цель создания русского национального единства, как политическое движение русского народа, помимо всего прочего, еще и обусловлено теми историческими последствиями и той ситуацией, в которой сегодня находится русский народ. Многовековая борьба сил, которые пытаются разрушить Россию, поубить русский народ, и нынешняя ситуация, при которой эта борьба приобрела открытый характер, открытой экспансии политической, экономической, которая скоро может перерасти в военную агрессию. Вот в этих условиях и для осуществления политических интересов русского народа в нынешних условиях создано движение русского национального единства.